Пускай РДД играют, я остальные. Или наоборот. Да, давай. Шо, давай, кого ты будешь? Так пусть пал этих танчит там. Все, окей. Адеката легче дернуть. Блять, воет нахуй, дернул, блять. РДД играйте печеньку звезда, мильки по остальным, поверьте. Не, ой, будешь потом этих там все пробудить или сам замирать, что они у тебя бегают по рейме. Ничего они не бегают. На пух хуёвый просто слакает. Чё, в 23 пойдем? Да похуй, нехуй тебе резко проносить. Главное, чтобы отлезли некоторые зло. А, ну еще шедевр 24, точно. Сейчас зайдем. Я под этим деревом. Мне нужна помощь. Забирай, пробудите. Сила на исходе в ней. Блять. Да что-то я думал, мы поменялись. Друзья. Ладно, похуй. Там один ебучий пробудитель, по-моему. Забери его, пожалуйста. Я в тебя верю. Милики бейте, которые на мне. Они давай. Да, ну вам. Еще спецду забили. РДД, отойдите от них, пожалуйста, чтобы вас не откидывало. Либо эфиры там ебаните, подкаст волны. Или стан. Салют. Я не знаю, милики, там отбегать можно как-то за Лджини. Вон, смотрите, я показываю гайд. Да, можно вообще дать стан, и так останется будет. Или другой любой. Или сало, или эфир. Не, сало не работает. Фир работает. Лайт, ты такой крутой. Да работает, сало он тоже закрывается. Вот, смотри, сало дал. А, да работает. Это ДКшная или что? Любое. Любое. Душение почему-то не работало, ладно. Кирилл, это у тебя там ремонт начался? Нет, это кто-то салют запустил под окно. А, такие хлопки, блядь, я думал, кто-то стучит. Значит, микрофон специально выключу. Блять, какой-то обоссанный, хуй пойми, неизвестный паладин в этом. Дай ассиста на воида. Это ебаный паладин в полипауэре, блядь, которого нету здесь. Все, я забери агрессора, я пробудитель заберу. Только не надо мастаун там, блядь. Даже не таун, блядь. Я, блядь, сейчас кулаки там поставлю, а то кулаков нет. У нас котов нету в рейде? Кто? Котов, котов. Есть.
Да не, куда этот... Куда пошли болтара, ёбнемся? Может, тебе еще крестобаф дать? Да. Запросы. Кром спегнись на всякий случай. Третьего танка. Пизнули. Так. Да, я первый начал. Войд, заберешь второго в песчинку куда-нибудь. А ты кром либо вон сюда, либо в крест, блядь, поставишь, в дерево упрешься, либо туда в ромб. Похуй. Это Кирилл, дай фласку. Да-да. У меня нет фласки. Потом. Этот РДД раньше набрали по 12 метров. Все, блядь, дружненько стали конусом. Когда эта хуйня в стаке вешается. Что? Не туда могу поставить. Сюда? Да-да-да. Смотрите, только не нахуярьте мне, пожалуйста, 100 стаков нахуй на болтаре, блядь. Милики, на ком эта хуйня вешается, блядь? Тоже в раньше отбежали, блядь, и стойте, ждите, пока спадет. Вообще на полу. Течка у ханта, походу, сланы. А чё наверх никто не стал? На этот бугорчик. Тебя может безумно задеть, на самом деле. Ты как-то хуёво стал. Йоу, фрейм, блять. Да хуя набираете, блядь, держите рэндж нахуй. Ладно, 60 еще пойдет. Забирай этого. Ой. И же клибует вроде. Ага, так что из-под ебала уйдите, блядь. Рэндж, милики. Все. Ладно, десятки, похуй. Это не что. Сейчас третьего будешь ловить. Упрись, блядь, в стену, чтоб не улетел куда-нибудь к вам. Блядь, на Аделя побежал, ладно, я забрал. Геро, давайте фулл ДПС. А там вар слоим. Что такое Гера? Шаман походу покашлял, блядь. Или прослушал. Ладно, похуй. Он уже ебанули. Далка даже не надо. Ту пачку от бродячего убьем, вон, пробудители. Да не, нахуй, в пизду. Похуй, не надо ее, не надо. Короче, смотрите, на тех, кого кидается в метка около креста, тусуйтесь. Короче, вот, сзади, за крест не забегайте, чтобы эту хуйню не спулить. Вон около дерева где-нибудь там. А на кого не кидается этот баф, в левую сторону, в песеньку убегайте, и все, и нормально. Либо вот тут вот, тусуйтесь. Эх. Я, блядь, нечаянно задел. А кому у меня есть три ущипки? Ну, тут же мастер есть. Где он там? Ханты, нажмите кнопку, блядь. У вас две штуки, сука, алё, нахуй. Вступление снимите, блядь, вагоны, нахуй. Сука, на хантах, блядь, уроды, блядь. Вы чё, ёпта? Ковра уронили, блядь. Ханты, прием, блядь. Ханты, прием, нахуй. Так это красава, я говорю. Ай, в челюсть ничего не делаешь.
Все, с меткой тут около креста тусуетесь, без метки в печеньку. Туда, в ту сторону печеньки. Все, с меткой выбежали. Без метки в сторону печеньки. Прохиливайте их. Нахуй вы, блядь, все в кучу сбегаете? Вы бы хоть рейндж держали, блядь, ладно. Это я вам примерно метку крест поставил, они все туда сбегают. Они не знали, наверное, что рейндж надо держать. Ладно, похуй забейте. Припай добивайте. Кто же знал, действительно? О чем знал? Это дисциплина. Сказали в метку. Люди в метку пошли. Понятно, я понял, да. Внутрь заходим быстрее. Нарды, да, где-то вон там вот тусуйтесь, печеньки на максимальный рейндж, чтоб не херял. Бывает, с двух сторон забираешь трэш. Я вот тут слева стою, там ханты, правый трэш, который идет на меня напуливать и на войда. Нет. Чё нет? Не будем напуливать. Так у нас два... Сам напуливай, блядь. Ты другой там тусуется. Я понял, блядь. Так у нас два ханта, столбы под боссом был, зауешили. Как раз по ханту. Кого зауешили? Трэш. Нахуя? Уже по тебе по мяч полетало. ДПС поднакрутили бы. Ну, до вас не достает РДДшники? Фером. Я еще могу два шага назад, в принципе. Ой, шутанчик, будешь светлить? Да хоть что. Где вайпанемся, можем поменяться после каждого вайпа. А разница-то, блядь? Нет. Разницы нет. Ну, для меня нет. Я вот не знаю только, как лучше сделать, нахуй. Чтоб лезвие с правой стороны от меня было. Блядь, я там не нажал, запиздился. Этот, чтоб лезвие с правой стороны от меня было, или слева, лучше босс поставить. Как лучше для кубов будет? Справа для тебя, чтобы лезвие было, чтобы ты от него убегал. Чтобы рейд шел за лезвие. Да нет. Да, ну не всегда так, понимаешь? Некоторых, блядь, задеет. Ты что? Можешь сделать, чтобы лезвие было между нами? Да и нам удобно было бы. Чтобы некоторые классы, которые мы уже без спину били бы, ну, не теряли. Ну вот, я про это и говорю, как бы, и для этого. И... Да им так проще будет, нахуй. Ну, хвост застанил, значит, блядь, там что, там 2 секунды стан, блядь. Он успеет убежать. Ну, если не успеет, значит, АФК, блядь. Че, меня тут выкинул, чай передаю, подождите. Не, просто если мы будем с одной стороны лезвия, допустим, я сколько замечал, некоторые просто, ну, наперед, некуда будет носить наперед. Они или дохнут в лезвиях, или от урона. Так а нахуя наперед выносить? Просто подумай, нахуя. Ну, находка для лезвия идет. Просто бывает, там каждая вторая эта метка идет. Ладно, короче, все, забейте нахуй. Все, забейте. Сейчас я перезайду по бурам. Диамин буквально.
это 4. Что? Сейчас, подождите. Твой, твой танчит. А кто написал пати заметку, блять, в офицерскую пати, а в заметку я не писал? Не, ну. Блять, это жаль. Все, короче, первая, первая, вторая пати тьма, третья, четвертая, пятая свет. У тебя что, два хила у тебя? Да, нахуй ты нам больше. Я бы тебе хала Дут, еще. А, Дут, ты справишься здесь с пэлом? Хотя не, я лучше Юлю, наверное, заберу, блядь. Юля, поди с пэлом. Дут, пускай все это пиздит. Первая, вторая пати тьма, третья, четвертая, пятая пати свет. Уйдете. Так, короче, для тех, кто тут первый раз. Бьем все в одном фрейме. В брюхо его. Я вам... примерно покажу на первой фазе. Будете стоять время в звезде. Ждем команды, когда метеор упадет, только потом начинаем перебегать. Не раньше времени, блять. А вот именно, когда я скажу перебежали, значит все перебегаем через брюхо его на другую сторону. Один метеор, скорее всего, упадет. Может, два, хуй с ним, ничего страшного. Дальше открывается портал. Все заходят внутрь по команде. Без команды никто не заходит. Остается здесь Зовер и Войд. Остальные все заходят. До 50% пинаем босса, опять все стоят там плюс-минус в одном фрейме. Блять, на кого метку поставить? На Дельчика. Да, на Деля поставлю. На Дель, на тебя ассиста сам, если ты книжь. Поводишь рейд. Ты вот... ты, ну да, ты в свет, но во тьме вначале поводишь. Потом уже тьма там останется, Никита доводит. Или Никита сразу тьму поводит. Короче, разберемся. Так, этот, потом до 50% босса доводим. Когда лезвие проходит, там аккуратно, блядь, будет слева портал и справа, нахуй. Подъебало босса, нахуй, не подходить, дыханием шотнет, нахуй. Если там слева будет портал, блядь, дождитесь, когда дыхание будет. Либо бегите к правому, блядь. Так, дальше. Выходите из тьмы во свет. Третья, четвертая пати. Все то же самое, как и было на первой фазе. Перебегаете просто от метеора и бьете босса. Ничего сложного. Дальше только слышите команду, когда стопнуть ДПС. И все. Ну, если там будет дохуя материальности. Все, остальное слушайте. А, еще по меткам. Рандомно на одного чела будет кидаться метка. Выносите ее от рейда за круг. По лужам не бегаем. Лужа будет еще такая. То же самое во тьме. Раньше времени не диспелить. В свету будет диспелить Зовер. Во тьме будет Юля диспелить. Больше никто не диспелит. Что тебе как? Давай заевейдим или сразу будешь плеть? Я сразу буду. Да не, нахуй, пизду. Давай заевейдим. Да учись, ты заебал. Гер, нахуй. Отойдите все, блядь. Ебать. Ты все эту будешь. Лови. Стань вот тут вот на. Где-то примерно. Вот тут. Лови босса. Отойдите дальше от босса, это шотник нахуй сразу. Если. Если Войд промахнется там, блядь. Нет, магический кто? Спину не бить. Нет, спину не бить, блядь, это дракон, нахуй, бьёшь в брюхо. Вот, все время в звезде стоите, максимальный рейндж от босса. Там рейндж атаки очень большой у босса. Все стоят в звезде.
Как-то, блядь, кривовато его поставил, нахуй. Ладно. Ну он двигается, да, блядь. Перебежали в сторону быстрее. Аккуратно смотрим, куда лужа идет, с лужи выходим. С лужи вышли быстрее. Направо немножко передвинемся. Они еще один метеор будет, маленький ДПС. Ну ладно, пол. Приготовились. Перебежали на ту сторону, быстрее этот метеор падает, аккуратно. Аккуратно, в лужу только не заходим. Все, заходите, всему. Заходите. Со стороны печеньки. Остановить. Диспал. Все, начинаю ворочать потихоньку. О, заебись. Только смотрите, чтобы хвостом вас не въебало. Леон двинулся. Но придется будет это чуть дальше побегать. Вот, готовься ловить скоро. Ага. 7%. Не спи. Лезвие сейчас будет готовить. Блять. А чё... А, он дернулся, походу, сука. И проебался, ну. Ладно, что у нас там? 4 чела. Вышли 3, 4, 5 пати быстрее. Фишер, останься. Похуй так мне. Мишени вынеси. Этот дурт выйдет там в свет. Сейчас, подожди. Нормально, похуй, так ведь. Не надо никого резать, поебать. Перебежали на кружок. Где там? Блять, вот из-за того, что они, сука, эти фреймы переделали, нахуй. Такая хуйня, блять. Он дергается, как пидорас, блять. Хаприст или слышит, или че он? Да и хуй на него, блять. Зовер, короче, соляного хилишь. Этот дуд, выйди, пожалуйста, в свет. Чё, перебежали. А какую это Илха пала? Или там уже одного прохили уже? Так, блядь, свет стопните, блядь, свет стопните, не бейте на. Версан! Свет, пока не бейте. Блять, прохил. Перебегайте. Свет, не бейте, не бейте вообще, нахуй, ждите. Все, бейте свет. Фишер вниз. Аккуратно лезу еще. Да блять, ну с этими фреймами это такого ебанства нахуй танчить эту хуйню. Ой, блять, сейчас умру нахуй. Да нормально, строимся. Главное, живи. Еще дай сам. Инер по Валентайму. Не споем. Спасибо. Попка, кусь попка, блять, дай.
АДЦ Инер. Просто добивать. Блять, он по-ебанскому ворочает. Пойди хоть бы чешку, умоляю, блять. Ой, хороший диспел. О, а я могу ее, да, там, типа, ИП не встать? О, можно чешка. О, чешка. Мы, получается, сначала ролим, да, а потом, или как? Типа, то, что пуги есть. Сурис. Анрол пишут, ребят. Рольте эту хуйню коммунальный. Но успех нам, блять, на мейн нахуй. Хотите, короче, похуй. Не, на мейн никак, ну ладно. Ну он вару дайте, он и так несчастный класс. А, типа можно поставить, да? Или чё? Я бью ПВ ставлю. Всё, добейте. Пиши, Рольте. Мирами 92. Да, будет. Спасибо, ребят. А кто с ЛФГ? Сги нахуй, да. Именно так, ну. Адель, у нас такая возможность была, мы бы, сука, сейчас оделись. Шею кидайте. Кичат делайте. Может, то десятку там пойдет? Или нет таких желающих? Да не, блядь, 4 час утра, блядь. А, ну ладно. 12 даже еще нет. Я думал вечером, блядь. Это у вас, блядь. У меня-то плюс 4 от Москвы. Тебе он начал.